Всем привет! Я центровой баскетбольного клуба Нижний Новгород, Артём Параховский, и сейчас мы поедем помогать нашим болельщикам украшать ёлку. В данный момент очень так довольно-таки много приходит и болеет, поддерживает нас, что приятно очень. И создается такое чувство, хочется, чтобы они приходили постоянно. Здрасте. Привет. Мы вас очень ждали. Очень рады вас. Мы рады приехать к вам помочь. Вот наша елка. Огромная такая елка. Почти с моего роста. Да. Давай, давай. Ну, если честно, я уже привык к тому, что нету такого понятия для меня, как Новый год в последнее время, но в этом году традиции меняются, поэтому я почувствую, что такое Новый год по-настоящему. Я этому очень рад. Jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square, in the frosty air. Такие высокие, большие, добрые люди заходят не так часто, а здесь пришел бы фактически Дед Мороз из сказки. Спасибо большое за приглашение, но нам надо еще поехать еще на то место. Дорогие болельщики, от лица игроков и руководства баскетбольного клуба Нижний Новгород, я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю вам счастья, добра, благополучия. И надеюсь, этот Новый год принесет вам радость и здоровье.